Полный привод, почти 6 метров длины и 5-литровый мотор V12 от BMW. Вот что такое итал-дизайн Columbus. Концептуальный минивэн, который итальянская компания представила в 1992 году. Эта удивительная машина имеет центрально-моторную компоновку и, обладая мощностью в 300 лошадиных сил, способна разгоняться до скорости в 210 км в час. Производитель описывал свою модель как парусное судно для суши, иными словами, сухопутная яхта. Благодаря огромной колесной базе в 382 см, в салоне с комфортом могут разместиться до 6 пассажиров, при этом имеется возможность установки 3 дополнительных кресел, либо их полного извлечения из салона и превращения Columbus'а в грузовой микроавтобус. Примечательно, что кресло водителя расположено посередине, как у суперкара McLaren F1. Свой концепт компания Ital Design посвятила испанскому мореплавателю итальянского происхождения Христофору Колумбу, которому приписывается открытие Америки, состоявшееся в 1492 году. А в 1992, когда концепт дебютировал, Америка как раз праздновала 500-летний юбилей этого события.